дорогие друзья, это наш железнодорожный вокзал, новый вокзал Таганрог-1. Красивый вокзал. Роз только цветет. Едем электричкой с мужем по делам в наш областной город Ростов-на-Дону. Электрички из Таганрога ходят часто. Первая электричка отправляется в 4 часа 34 минуты, а последняя электричка отправляется в Ростов-на-Дону в 20 часов 5 минут. Расписание электричек добавлю в свой видеоролик. Также в Ростов-на-Дону можно уехать и маршрутными такси. Мы ехали электричкой 6091 Таганрог Старый вокзал Ростов Главный. Отправление электрички в 10 часов 50 минут. Электричка отправляется со старого вокзала, проходит Красный Котельщик, Мебельный комбинат и новый вокзал Таганрог-1, откуда мы и сели в электричку. По дороге в Ростов я решила вам показать наиболее красивые места Ростовской области. Электричка едет вдоль моря, вдоль реки. Это бескрайние поля, высокие холмы, голубое море, которое сливается с горизонтом. Так как в электричке было много посторонних разговоров, я решила выключить звук. Поставлю вам приятную музыку и кое-что из увиденного буду комментировать. Проехали станцию Танаис. С этой станции начала снимать свое видео. Станция Танаис находится на окраине села Недвиговка. На этой станции расположен археологический музей-заповедник античного города, который когда-то был основан греками. Место очень интересное. Советую посетить, если будет такая возможность. Едем на электричке вдоль реки Мертвый Донец. Это самый длинный рукав дельты Дона. Он является протокой, соединяющей реку Дон с северной частью Таганрогского залива. Ранее Мертвый Донец был рыбной рекой. Это путь сезонной миграции рыбы, которая заходила на нерест и возвращалась обратно в море. Из-за деятельности человека Мертвый Донец превратился в небольшую протоку. Качество воды в реке ухудшилось. Thank you.
Подъезжаем к станции Ростов-Главный. Это узловая железнодорожная станция Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги. Станция включает в себя два вокзала – главный и пригородный. Мы прибываем на пригородный вокзал. Назад мы возвращались электричкой 6514 Ростов-Главный, Таганрог, Старый вокзал. Отправление электрички в 16 часов 37 минут. Стоимость билета до Старого вокзала 130 рублей. На обратном пути я покажу вам побережье Таганрогского залива. Это восточная, наиболее мелководная часть залива, в которую поступают воды Дона. Вода здесь более пресная, чем в западной части залива. Проезжаем парк отдыха «Маяк», который расположен в селе Мержаново. С территории парка открываются великолепные виды на Таганрогский залив. А еще это отличная фотозона, там есть лавочки, беседки, качели. Ранее этот маяк был построен для съемок фильма «Смотритель маяка». Небольшой видеообзор маяка есть у меня на канале. А вот мы подъезжаем к парку семейного отдыха, который называется «Станция морская». Здесь есть открытый бассейн с шикарным видом на Таганрогский залив. На этом я буду заканчивать свой видеообзор. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Этим вы поможете в развитии моего канала. Спасибо всем за просмотр. Пока-пока. До скорой встречи.